забывайте, пожалуйста, одевать маски. Итак, массовое скопление людей. Чем больше людей, тем больше вероятность заразиться. О том, что средства защиты – необходимая мера безопасности, на станции напоминают из громкоговорителя и встречая пассажиров у турникетов. Те, кто пренебрегают требованиями, недовольно надевают маски, а те, кто соблюдают, только рады постоянным рейдам. Средства защиты должны быть. Ну, для безопасности, я так думаю. Чтобы обезопасить себя и окружающих, а также избежать штрафа в размере 5000 рублей. Две основные причины, по которым пассажиры носят маски. Однако участники рейдов уверены, что мало надеяться на добросовестность люберчан. Уменьшить количество нарушителей позволяет только строгий контроль по соблюдению масочного режима. Рекомендуем пассажирам общественного транспорта носить маски для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. На ежедневной основе выдвигаемся либо на станцию, либо на остановку общественного транспорта. Ждать послаблений в праздники от участников рейдов не стоит. Их дежурство в обычном режиме продлятся и все новогодние каникулы. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.